Рад видеть на своем канале вас, подписчики, и не только. Канал Asmodee Play. И здесь мы играем... Хорошо, что оборудование целое. В ретро-игры, и не только. В данный момент мы играем в Человек-паук. Ну, я так думаю, вторая часть. Это какая-то. Так. Первую мы играли, это уже вторая. Так, мы выходим на охоту. И-ху! Так. Надеюсь, она ответит. Совершим телепорт. Человек-паук. Фина, привет. Надо поговорить. Лично. Снова решил мне наврать? Конечно. Я хочу все исправить. Пожалуйста. Жду у церкви Святой Троицы. Ни слова лжи. Обещаю. Если... Мы с твоим папой в детстве каждую ночь засыпали под этот звук. В нем четкий ритм. Так. Что-то ритмичное. Времен, когда папа и дядя Аарон были детьми. Так, откуда мне записать-то? Это баскетбольная площадка должна быть. Так. Еще разок. Белка. Нет. Вот оно. Вернусь обратно. Может, какой-то механизм? Ну так механизм. Слишком далеко. Откуда тебя записывать-то? Отсюда. Блин, там еще надо записывать. Так. А, не оно. Тут рядом есть ветка метро. Да, точно. Совпадает. Ты, наверное, не знаешь, но мы с твоим папой выросли недалеко. Так, ладно. Выросли, не выросли. Я думал, это драка будет. Это звуковая запись. Вау. Ладно, хоть в этом помог. Нечто механическое. Поехали на основную миссию. Фина, это снова я. Можешь прийти к церкви Троицы? Нам с тобой надо все обговорить. Конечно. Подожди, ты же вот же где-то тут Если был. Если ты что-то задумал... Ладно, увидимся там. Она хотя бы не против увидеться. Ладно, значит, мне надо в церковь Троицы. Вот, я правильно, кстати, бежал. Нет, я вот с этого здания прыгну. Не-не-не-не-не, самый вверх, самый-самый-самый. Майлз, сообщают про потерявший управление вертолет. На! Сколько я в свободном падении-то был-то там? И никто ничего не видит, да, как мы сюда... Странный способ сказать, что ты Человек-паук. А вдруг я убила бы тебя? Так это я виноват, что ты меня чуть не убила. Я хочу, чтобы ты не врал мне. Я пустила тебя в подполье, потому что думала, что ты понял. И я понял.
за то, что стало с Риком. Роксон должен заплатить. Но не так. Нет, иначе мне его не победить. Посмотри на это с другой стороны. Прошу. Не могу. Я дал обещание. Да что ты, успокойся, ладно. Почему именно здесь? Мой папа водил нас на концерт. 7 коров из 7 стран. Помнишь? 7 коров. Лучше всех была Гана. Ганы там не было. Ты спутал с Гвинеей. Нет-нет, там точно была Гана. Гвинея, Белиз, Польша, Куба. Южная Корея, Таиланд, Венесуэла. Ты права. Как всегда. Но не всегда. Что там? Что? Носорог! Который мы отдали в частную компанию. Игорь! Игорь! Прокачанный. И не пробивается теперь. Спасибо, дядюшка. Сдал меня, да? Знаешь, я разочарован. Крикер. Да. Ну, мисс Мейсон, я понимал, что с ней будет сложно. Но ты... Я надеялся, мы с тобой сойдемся во мнениях. Где мы? Ты попал за кулисы? Какие это тебе кулисы? Наше секретное здание. Тут творится магия. Ты просто урод. Ты в курсе? Знаешь... Когда мы с ее братом разрабатывали Нуформ... Ты всего лишь вписал свое имя в патент. Он говорил, у тебя был только один талант — продавать чужие идеи. Но у меня, по крайней мере, пульс есть! Теперь к делу. Да? Первое, что мы сделаем... Сейчас я... Вау! Обалдеть! Это непроизвольная защита. Но ничего себе. Так вот. Я еще отыграюсь на тебе. Я должен снять с тебя маску. И выяснить, откуда у тебя ток. Ведь от тебя пахнет новым этапом биоэнергетики. А для меня это пахнет, знаешь, чем? Так пахнут деньги. Ладно, вы все вы такие. Мне пора в зал. День ног — это важно. Она должна сказать, где мой Нуформ. Иначе я не смогу открыть глазу. О, вам поможет он. Закончим, что мы начали на мосту. Теперь камер нет. Прекрасно, здорово. Превосходно. Нет! У меня новая способность тоже не будет. А, нет, смотрите, как что-то есть. Ого! Сам не знаю, что было, что это, взрыв какой-то. Тебя чуть не убили. Ничего себе. Ну? Я сильнее, чем кажусь. И? Аккуратнее. Давай выбираться отсюда. Там еще носорог. С ним-то что будем делать? Роксон не сдал носорога полиции, чтобы он работал на них. С ума сойти. Роксон уже ничем меня не удивит. Все в порядке? Будет в порядке.
когда выберемся. Я отключаю камеры слежения. Можешь глянуть в том компьютере? Это без проблем. Что ты нашел? Есть выход. Через этот кабинет. Нам надо снять блокировку базы в комнате управления. Сначала надо выбраться из крыла охраны. Я спущусь и посмотрю, с чем мы имеем дело. Давай, а мне-то что делать? Дверь заперта. Биоэнергия сработала в камере. Сработает и на этой двери. Если найти... Привет. Так. Открыто. Я спускаюсь. Давай. Я над тобой. Выход через ту дверь, но придется хакнуть терминалы, вырубить сигнализацию. Я разберусь с охранниками. Камера охраны в южном крыле не работает. Их, наверное, носорог отключил. Я слышал, он хотел допросить пленников. Тот другой даже Человека-паука бы напугал. Мне бы в отпуск. Почему электричество Пойдем. Пропадает? Классно, да, я придумываю. А как ты хотя... еще двое. Ты их знаешь хотя бы мои приемы. Носорог выследил? Нет. Он головой работать не умеет. Сторонний агент нам их сдал. Мой совет. Рядом с Кригером следи за языком. Он спокойный, но заводится быстро. Заметь, он меньше, чем за месяц трех помощников сменил. Кому не нравится Роксан Плаза, могут перейти. Опа! Забрал. Пусть думает, что в отпуске. Ложная тревога, продал. Не понимаю, зачем держать у Человека-паука и умеет. Так, ты как, ты нормально там? Путь свободен. Надо было кофе взять. Запускаю код. Ты уже дежурил у Плаза? Там сейчас все вкалывают, так, чтобы открыть... можно переходить дверь. За другой. Продолжаю обход. Ой, чуть не попал. Вина, надо поговорить. Взрывать Плазу – плохая идея. Отравлять город опасным для людей топливом тоже. Да, так, они видят друг друга. Другой способ разделаться с Роксоном. Не все в жизни идеально. Подождите, а я что, костюм? Ага, костюмы. При сканировании враг соединяет линию с другими врагами, которые его видят. Ага. Я что-то не то поставил. Я надо было вот это поставить. Ну ладно, сейчас-то. Некоторые вот в наглую врут друзьям. Давай просто выберемся отсюда. Ладно. Но это мы еще обсудим. Принято, я на месте. Стреляйте, безразумие. Опа. Забрал. Мне понравилось. Так. По-тихому не получится. Почему? Как мне стрелять, если я его не вижу? Найдите его, он точно поблизости. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Время сиест. РФ-4-2, как обстановка? РФ-4-2 не отвечает. Нормально. Нормально обстановка. Обстановка по кайфу. Он здесь! Ищите дальше! Выкурите его! Подожди. Огонь только на поражение. Сейчас будет, подожди. Внимание, Человек-паук снимает наших. Не дайте застать себя врасплох. Нету, кончились. Ладно. Помните, у него кому... Вызываю подкрепление. Нет контакта. RX-75, как обстановка? Он не отвечает. Не посмотрите, что там с ним. Вас понял, подбегай. Хоп.
Вы думаете, что я в шапочке такие, такой лошара? Тихо, тихо. Оп. Вот вы все на потолке у меня уже. Стреляйте без раздумий. Опа. А что у меня для вас есть? RX-21, проверка связи. Нет, проверьте его пост. Оп. Ты там под столом как? А, проще, чем я думал. Зачистить сектор! Вперед! Попадание! Оп! Нужен визуальный контакт! С пауками шутки плохи. Да тихо, тихо. Помощь в бою завершена. Возвращаюсь. О, у меня уже три там отделения. А ты должен устроить там перегрузку. Ага. Костюм. Вон они все. Все на потолке. Так. Похоже, это архив с документами. Интересно, что на этих компьютерах? У нас там много чего интересного. Запускаю отмену. Тут голосовая запись. Сэр, полиция спрашивает о носороге. Что нам ответить? Наш человек на плоту занят программой трудоустройства на свободе. Скажите полиции, носорог занят общественной работой. Неужели им сошло это с рук? Дверь открыта, но ее нужно толкнуть. Нет, господи, сейчас. Везде так. Проблема-то. Все они так делают. Еще про носорога. Я знаю, он говорит, что хочет снять костюм, но будем честны. К нему относятся серьезно только из-за железного комбинезона. Улучшим его броню. А если поможем поймать паучка, он забудет про костюм. Он манипулирует вообще всеми. Так. Нету его здесь. Я не могу их отпустить, пока не получу нову. Его тут вообще быть не должно. Твой бугай должен был взять только девчонку. Да, тебе не нравится. Но вот в чем дело. Человек-паук — это мой лучший рычаг давления на мисс Мэйси. Ведь вы поймали их вместе. Точнее, ты поймал, но по твоей наводке. Так что там явно что-то происходит. Ты согласился оставить мальца в покое? Дядя Аарон? Малец. Ты выбрал такое милое слово. Это так по-отечески. Отпусти Человека-паука. Я достану тебе на форму. Дам данные о подполье. Все, что хочешь. Видишь? Рычаг. Всегда зарабатывай. Человек-паук. У меня есть рычаг и для тебя. Я все видел. Из-за Нуформа люди болеют. Ты убил Рика Мейсона. Если люди узнают... Ну, это вряд ли. Понимаешь, ты же вор в розыске. А учитывая, что мы вместе натворили, будешь сидеть в соседней камере. И ну да. Мы оба знаем, что ты к этому слегка не готов. Ну, мы пойдем и навестим мисс Мейсон и Человека-паука. Но это будет... Вечеринка только для своих. Да. Пока. Племеша сдал, короче, меня там хреначили, убивали. Спасибо, дядя. Дядя Аарон. Нет. Погоди. Ты знаешь этого парня? Из-за него нас поймали? Нет, это... Я знал, что он работает на Роксон, но я не думал, что он сдаст меня. Просто не верится. Ты завел меня в ловушку. Зачем я тебя вообще слушаю? Да ладно, успокойся. Нет. Должно быть какое-то объяснение.
Я ведь не знал, что так будет. Давай не будем. Не надо идти. Можешь? Конечно. Конечно. Роль ставни открыты. Или кто, как они правильно называют? Нам надо попасть в зал управления. Значит, надо пробраться через эти ставни. Тут есть панель управления, но она обесточена. Попробую это исправить. Я. Готово. Теперь есть питание. Получаю доступ. Я не могу открыть ставни, но могу управлять машиной, типа того крана. Буду иметь в виду. Я осмотрюсь. Они тут собирают движки для своих машин. Я могу поднять или опустить кран. Это поможет? Ну вот, если только. Подожди. Поднять или опустить? Подожди. Подожди. Возможно, кран нас как-то выручит. И оп. Эй, кран теперь прямо над двигателем. Двигатель. Есть одна идея. Хватай. Ты можешь переместить кран к конвейеру? Да. Кажется, я тебя понял. Так. Загружай. Этот лазер должен рубить двигатель. А, черт, лазер закоротило. Я перенаправлю питание. Так. Перенаправлю. Откуда, куда? Эти узлы помогут, если найду энергию. Так, вот сюда. Проводит ток. Конечно, проводит. Мы это и так выяснили. С помощью этих узлов и паутины можно перенаправить энергию. Подожди. А куда мне? Вот так вот мне. Вот такой Всё, мини-квест. Лазер в твоем распоряжении. И лазер пошел. Идеально. Если перегружу двигатель, он станет бомбой. И эта бомба поможет нам открыть ставни. Так, а мне-то зачем туда идти? Так. Я так понял, мне тянуть его надо, да? Ложись! Ну вот, так я бы мог не такую бомбу это и так вынести. Это путь наружу. Вот. Дай мне минуту, чтобы открыть. Техника была. Они разгадали наш план. Ну да. Выход-то один. Конечно. Ладно, я разберусь с охраной, а ты открой дверь. Вся такая побитая. Постой. Ты никогда не думал позвонить мне, сказать, что ты Человек-паук? Да и в мыслях не было. Знаешь, когда родителей не стало, Рику пришлось заменить мне отца. Я боялась, мне будет не хватать брата, но у меня был ты. Был. Фина, я... Открывай дверь! Открывай, собака! Дверь не выдержит! Кому иди. Это он? Вам! Я справлюсь! Иди! Мне, да? Так. Эти меня видят. Вон те с фонариками на шлемах видят тепловые сигнатуры. Тебя заметят даже сквозь невидимость. Интересно, сколько ресурсов они тратят на борьбу с нами? Наверное, миллионы долларов черного нала. Расчисти путь, а я попробую взломать систему безопасности.
Если нужно что-нибудь переместить, скажи. Я что-то... Ты там в порядке? Да, паутина держит здесь. Он всю базу... Да. Они знают, что ты здесь. Вызвали подкрепление. Значит, придется пошуметь. Вау, вау, вау. Подождите, подожди. Выполняем приказ! Захвати паука! Подожди. Знаешь, наверное, твоя... Да. Подожди. Нифига себе. Подождите. Да какая карта, блин, не на то нажал. На. Приковать. И на. Подожди. Поняла. На. Приземлите его. Получай. Прижмите его к земле. На. Ах ты козлина. Есть? На. Бум. Вот так. Да кто там еще? Вау! Да подождите вы! Куда вы набросились на меня одного толпой-то? Ладно. Значит, если они меня обнаружат, то такая штука будет. Вон те с фонариками на шлемах видят тепловые сигнатуры. Тебя заметят даже сквозь невидимость. Интересно, сколько ресурсов они тратят на борьбу с нами? Наверное, миллионы долларов черного нала. Расчисти путь, а я попробую взломать систему безопасности. Если нужно что-нибудь переместить, скажи. Хорошо. Ну, так, в порядке? Да, паутина держит дверь. Так, ну-ка, подожди, костюм. Все правильно. Всю базу подняли по тревоге. Спокойно. Пусть они меня и видят, но пока вверх-то они не смотрят. Ну, пока вверх они не смотрят, надо их убирать. Так. Там еще люди. Я даже не знаю, что это такое, чего у тебя там такое. Вот там. Поняла. А, отвлечь можно. Принято. Проверю позицию. Так, минутку, подождите.
Какие будут приказы? Его здесь нет. Возможно, тут где-то Человек-паук. Оп. Забрал. Да подожди ты, блин, как ты так... Вот и все. Переберемся сюда. Цель рядом. Смотреть в оба. Забрали. Да, тут груш не хватает. Слушай, я знаю, ты мне не доверяешь. В этом ты прав. Как я могу это исправить? Перестань действовать за моей спиной. Вести себя так, как будто я что-то не продумала. Разрушение плазы не навредит никому, вот кроме Роксона. А они это заслужили. Просто пообещай мне все рассказать, ладно? А я обещаю выслушать. Дай ему смело. Я уже все решила, Майлз. Тебе пора с этим смириться. Давай. Мне придется остановить тебя. Постарайся с этим смириться. Немного, да? Тут вроде как оставалось-то. Так. Двое внизу. Смотреть в оба! Он может прятаться! Могу прятаться, все верно. А могу и не прятаться. Забрал. Я прошла. Встретимся в павильоне на дальнем конце конвейера. До встречи там. Так. Забрал. Вот так вот потихонечку всех. И вот сюда. Кто он там ходил, я не знаю. Честное слово. Идешь? Кажется, они заперли двери. Я найду другой путь. Давай. Подожди, а здесь что, ничего нету? А как мне его найти? А, вот он. Вперед. Залазим. Если мы все расскажем о смерти Рика. У тебя есть доказательства? Вряд ли суд поверит двум народным мстителям в масках. Должен быть способ. Носорог будет сейчас. Не может не быть такой полигон для него. Мой выход там. Эй! Не ты потеряла? Спасибо. Я знаю это место. Лаборатория Кригера. Для чего она ему? В основном для показухи. Рик как-то показал мне фото. Лаборатория. Стой! Здесь все данные по проекту Нуформ. Отчеты о токсичности, данные с испытаний. И тут повсюду имя Кригера. Это уничтожит Роксон. Черт! Вот он. Смотри-то, как почуял нас. Как тебе цвет защищает от твоих электроукусиков? Электроукусики? Что ты несешь? Теперь... Тебе конец! Так, что, комбинация надо комбинировать, атаки или что? Ты займись косорогом, а я охраной! Может, прокатимся? Надо подманить его ближе к танкам! Это может ослабить его броню! Давай! Все равно тебя видно!
Почему так? Убегаем. Ага. Да, почти. Да, блин. Так. Это я не совсем понимаю, как. Бам! Да. Да. Вот так надо, значит, достойный все танки разнести. Я дам тебе достойную смерть. Достойную смерть? Кажется, это какой-то жуткий комплимент. Да, конечно. Давай. Опа. Теперь тебе не жить. Да подожди ты. На. Оп. Опа. Надо победить его броню. На. Не вставай, я все равно тебя собью. Да. Но тебя мне достаточно сбить один раз. Ой-ой-ой. Что ты, что ты, что ты? Ну. Вас двое, значит, легче легкого. А, у тебя что-то не выходит. Как и умельца, проксы не будут рады. Вау! Вы теперь уже бесполезны! Да блин! Он в воздухе! Подожди, подожди. Хреначу его. Вот по мордам ему рог срезали. Он бросает там. Так. Если я запущу двигатели... Так, подожди. На! Не учли взрывы двигателей при создании твоего костюмчика.
Давай! Сейчас я все эти железячки позбиваю. Навсегда! Я не буду убивать! Мы так не работаем! Поэтому вы и проиграете. Да. Блин. Где двигатель есть? Да. Вы думали, что так просто от нас бежите? На. Получаем. Ты не так сияет, носорог. Отвали от меня! Дело идет. Его броня повреждена. Это просто царапинки. Да? А дышишь ты тяжело. На. Получай! Его броня распадается! На! Упал! Роксоновская броня отключена! Твой ход! Ладно. Все. Ты готов к стряске, здоровяк? Ты мне. Давай. Не нравится. Вспоминай, как я тебя бил. Быстрей! Нужно прибить его! Это женщина ярости. Да. Да. Блин, вообще не ты. Давай-ка пополним энергию. Блин, вы как-то мешаетесь, черви. Извини, я подвигался. Да. Триггер хочет вас изучить. Я хочу вас убить. Да. Да, блин, не туда. Так. На. Атакуй противника. Получай. Да мне носорога надо атаковать, а не этих. Устал, Алексей? Пора стрельнуть? Почему Алексей игр вроде? Он ни черта не видит! Завали! Так. Пустите его сюда! Так. На! Чё, электрические укусики тебе как? Стой. Укусики, пупусики. Просто убедись, что он ничего не сделает. Сейчас вернусь. Ролешки ему на коленях, да, на локтях. Переруби к хренам. Отчеты Кригера покончат с Роксоном. Без убийств. Знаешь, Кригер рассказал, как сдох твой брат. Очень забавно. А почему такие монстры есть у них? То в Бэтмене, то в Человеке-пауке. А еще он сказал, это твоя вина. Кригер переработал реактор. Хотел перегрузить его, чтобы успеть в срок. Если Фина сделает то, что хочет... О, Господи. Гарлем. А ты стояла и смотрела. Как он умирает. Сейчас она тебе снесет башку-то. Нет, нет, нет! Иди к черту. Ты
Фина! Какого черта ты? Так. Я получил по зубам. Ну, возможно, заслуженно. Не дал я ее. Я на массу! Уничтожил мою лабораторию! Ты подставил меня! Фина! Фина, реактор! Только подойди. И я убью тебя. Вот так вот. Ты готова стереть весь город с лица земли. Мы же семья. Моя семья погибла. Ганке, нужна помощь. Давай, дядюшка. Будешь сейчас как оправдываться. Пойду принесу полотенце и антибиотики. Майлз, где ты? Что с тобой случилось? Да, да, мама, да. Что за костюм? Я должен тебе кое-что рассказать. Фина напала на Плазу. Да. Так это ты гнался за ней через весь город? В костюме паука? Да. Ты мог погибнуть. Я, господи, много раз погибнуть. И что теперь? Почему ты не сказал мне обо всем? Мы же говорили, что нужно беречь себя. Но это... Я не хотел тебя тревожить. Другой Человек-паук уехал, а у меня все шло хуже и хуже. Теперь еще тебя подвел. Майлз, ни один твой поступок не заставит меня любить тебя меньше. Запомни это. Нет. Батька! Ты придаешь мне сил, Майлз. Таким и должен быть герой. Тот, кто смел ради тех, кого любит. Шляпа с жарких стран. Книги. Ну, книги-то хорошо. Просто тот, кто не сдался. Глория займется пиром, а Тео обойдет жителей. Отлично. Начинаем эвакуацию. Подожди, я сейчас. С каждым днем ты все больше похож на отца. Береги себя. Конечно. Хорошо. Батя, батя. Майлз, я убеждаю людей эвакуироваться, а потом мы с твоей мамой обойдем соседей. Да, хорошо. Хотел сказать тебе спасибо за помощь и поддержку, бро. И могу я тебя попросить кое о чем? Конечно. Я пытаюсь увязать деятельность подполья со зданиями, где мог храниться Нуформ. Может, сумеешь взломать вышки Аскорпа или... Уже. Дай немного времени покопаться. Не спеши. Спасибо, друг. Надо немного размять ноги, а потом в путь. Так, хорошо, только мне сначала надо костюм маленько переделать. Вот так. Поехали разминать ноги. Мне надо ждать, когда миссия появится. Вот так я понимаю это. Чего-чего? Ищет Фина, у меня есть время. Проверь приложение. Вдруг кому-то нужна помощь. Так. Застрял на небоскребе. О! Кто-то застрял на стене? И написал об этом в приложении? Надо бы проверить. Вот это мне нравится. Это я сейчас мигом. Так. И опа. Похоже, это тот самый мойщик. Ну, здравствуй.
Человек-паук. Конечно. Слава богу, ты здесь. Мою платформу загородило. Я застрял. Я могу спустить тебя вниз. Ну или включить платформу. Лучше включить платформу. Хорошо. Ты это, друг, ты там платформу чинишь или как? Будто кто-то специально отключил электричество. Надо разобраться с ними. Сейчас, минутку. Тут человек! На! На! Ах ты грязный ублюдочек! Ты труп, сучок! Блин. Почему вы меня бьете? Я же дружелюбный сосед. Ой, упал. Ну все, держите меня, семеро! Сам напросился! Подожди. Да. Подожди. Я знаю, что придумал. Блин. Ах ты мелкий. На. Ты даже не настоящий паук. На. И еще разок. Иди сюда. Вот что ты меня достал. Эта хрень тебе не поможет. А подождите. На. Так, поможет. Улетел вместе, да, с паутиной. Осталось лишь подключить провода и готово. Так. Вот сюда. Ой-ой. Все пошло не так. Наверное, давай. Выбило пробки на том конце. Надо проследить, куда ведет провод, и включить заново. Держитесь, сэр! Я сейчас вас подниму! Генератор? Отлично! Должно сработать. Осталось включить пробки. Че? Кажется, напряжение появилось. Вот и все. Включаем. Класс. А говорили, паутина бесполезна. Правда, к этой паутине не прикасайтесь сейчас. Ты спас меня. Господи, даже не знаю, как... Смотри, тут какие сюрпризы есть. Да ладно, ничего такого. Так. Эй. Я нашел склад Фины в научном... Склад Фины, так. Тут еще, конечно, музыка есть. Ну, вроде недалеко, давайте посмотрим. Он закрыт на реконструкцию. О боже! Наш преобразователь энергии, победивший на школьном конкурсе! Так вот, как она хочет дестабилизировать ту форму и взорвать Роксон-Плазу! Ого! Тихо. Она выбрала его, чтобы тебя отомстить? Вполне возможно. Спасибо, Ганке. Это мой долг. Кстати, пора помогать твоей маме с эвакуацией. Пока. Так. Научный центр Аскорб. Фина должна понять, что будет, если она пойдет до конца. А если она не послушает, я заберу Нуформ. Уничтожу, если будет надо. Я наблюдаю. Атакую, приступаем к захвату. Давай, сейчас же! Здесь ты можешь! Ладно! Значит, потанцуем! Теперь ты мой. Что значит мой? Ты мне понравится, хочешь, что ли? Стой на месте! Да. А, он прилип. Роксон 0, паук! Я уже сбился. И... Свежий нос, парень, паук! Ты что, совсем умер?
Так. Что-то я понять не могу. Задраивайте люки, ребята! Близится страшная, давно предсказанная буря столетия. Не понимаю, почему не могу собрать. Шторм. Убедитесь, что у вас ну, хватает ладно. Припасов. Мои верные слушатели уже запаслись джерками Джеймсона. С ними можно пережить даже ядерный коллапс. А вот если вы хотели сходить с родителями в церковь Святой Троицы, у меня для вас плохие новости. Эта местная достопримечательность частично разрушена после очередного поединка Человека-паука и Умельца. К счастью, Робсон быстро наладил контроль над происходящим. Местонахождение обоих злодеев в масках сейчас неизвестно. Но это не так важно по сравнению с щедрым предложением Робсона полностью оплатить восстановление церкви. Хотя оно произошло и не по его вине. Вот такое самопожертвование нам и нужно в это время года. Робсон теперь в моем списке тех, кто вел себя хорошо. Угадайте с трех раз, кто в списке ведущих себя плохо. Начинается на человек и кончается на паук. Что-то не понял. Это что такое прилетело мне зеленого цвета? Прости меня, племянник. А, дядюшка. Ну я так и думал. Он же козел. Пусть Кригер и Умелец поубивают друг друга. А когда пыль уляжется, снова станешь паучком. И что, мне просто прятаться тут? Ха. Я не могу решать, когда быть Человеком-пауком. Я должен остановить Фину. Нет, ты должен выжить. Я пытаюсь объяснить это, но ты не слушаешь. Если ты хочешь, чтобы я выжил, зачем сдал меня Кригеру? Я не сдавал. Ага. Так и есть. Тебя не должны были поймать. Кригер обманул меня. Ты хотел вернуться в семью. И это лучшее, что ты придумал? Я спас твою жизнь. Ты бросил меня в клетку. Чтобы защитить. Думаешь, это защита? Черт, Майлз! Я не хочу потерять еще и тебя! А я не позволю, чтобы вместо меня умирали другие. Ты меня недооценишь. Вот так вот. Дядюшка, сейчас я тебе люлей навешу. Майлз, нет! Не спорь со мной! Я не хочу этого, но не могу оставаться здесь! Тогда я сделаю то, что должен! Спасу тебя! Технология маскировки! Надо ее снять! Дело вообще не во мне, а в тебе! Ты боишься! Не переводи на меня! Не подходить к этому щиту! Когда ты уже поймешь, что я должен защищать этот город? Когда до тебя дойдет, что мертвый ты никому не поможешь? Да. Играешь в темную, да? Ну, это ненадолго. Если бы мой отец нас видел, он бы понял, что я должен защитить тебя. Как-то ты быстро перемещаешься. Давай, иди-ка сюда. Этот щит. Надо найти его! Ударить его энергией! Да. Я должен его как-то обхитрить! Давай! Давай ты уже, парень! Да! Получай! Пытаюсь защитить тебя. Да а сейчас. Я пытаюсь защитить всех остальных.
Блин, сейчас надо заново. Биопрыжок, так это мы знаем. Я должен попробовать. Он учил меня ставить чувства других выше своих. На! На! Ты не знаешь, насколько страшен мир! На! Каждый блин! Только если мы все не исправим! Ты не понимаешь! Ты всегда сражался только за себя! Может, потому-то я и жив! На! Что за? У тебя твои фокусы, просто на твои! Ба! Блин! Играешь в темную, да? Ну, это ненадолго! Так. Каково тебе? А, еще ты меня отхреначил. Знаешь, кто еще так делал? Не смей! Хочешь, чтобы мама и тебя похоронила? Я не позволю. Голограммы? Твои дружки из Роксона подарили! Я адаптирую! Ты наивный ребенок, который подражает человеку пауком. Нет, я парень, который знает, что люди на него рассчитывают. Ладно. Ты не смиришься с тем, что я человек паук. Да. Я должен рисковать. Вот именно. Я больше не дам своего. Получил. Ну же, покажись уже. Получите. Пожертвуй жизнью ради какой-то маски? Если так надо. На. Должен. На, получайте. Или это не я сделал? О, я много кто. Получил. Ты сам его подставился. Размечтался. Семья? Это не помешало тебе врать мне, манипулировать мной, драться со мной. Просто семьей быть недостаточно. Все может быть иначе. Зачем нам ненавидеть друг друга? Так было со мной и твоим отцом. И я больше не хочу. И я тоже. Но я не могу стать таким, как ты хочешь.
Не могу отвернуться, когда нужен людям. А я должен быть хорошим человеком. Так, вышли из метро. Ганки, мой дядя меня типа похитил. И запер. Чего? Ты в порядке, чел? Да, ты в порядке. Я сказал, что между нами все кончено. Навсегда. Какая жесть. Это нелегко тебе пришлось. Да, конечно. Но это нужно было сделать. Я лечу в научный центр. Звони, если в Гарлеме будут проблемы. Да. Удачи, Человек-паук. Вот тебе и хороший поступ. Так. Бежим, бежим, бежим. Вау, подожди. А, это же тренажер был здесь. Под полем опять за свое. Иди на звуки выстрелов. Да мне что это под поле-то сейчас? Я только что с дядькой дрался, блин. Все предавать меня, кроме матери и друга, хотят. Это ваша последняя возможность улучшить снаряжение и способность перед финальным эпизодом. Подожди. Это Фина. Подожди. Навыки. Ну, их невозможно прокачать. Доступно в режиме... Так. Перед тем, как Майлз получит фатальный урон, происходит автоматический мега... Так. А это что, во время действия камуфляжа счетчик серии не обновляется, а каждая атака приносит новые очки серии. А это что такое? Возможность сохранить третье добивание про запас. Понятно. Так, гаджеты у меня. Увеличение максимального боезапаса атак паутины на 2. Доступно в режиме новая игра. Ага. Так, это что? Пополните запас при нахождении в зоне поражения управляемой мины в момент ее взрыва. Блин. Даже не знаю, что тут еще можно увеличить длительность работы голодрона. А это что такое? При отключении голодрона взрывается, сбивая врагов с ног. Ну так-то неплохо было бы. Новая игра, так я понимаю, это... Ну ладно. Ну что ж, давайте тогда заканчивать. Конечно. Музей закрыли на реконструкцию, и подполье решило занять его. Фина наверняка внутри. Ты что, мне всех убивать теперь? Это изменит все. Фиск держал этот город годами. После глаза его место займем мы. Я не видел подобного оружия. Проще, чем я думал. Мне вообще куда надо-то? В конце концов, у меня есть и другие. Как ты вовремя сюда подошел? Ну-ка, давай-ка подождем. Тут можно большое побоище устроить. Но оно же нам не надо. Так. Все равно всех не вывезут. В любом случае, спокойно. Очередная победа Человека-паука. Опа. А ты с мечом, кстати, да, опасненький.
Опа. Ну как-то еще само собой так получилось. Да. Ладно. Я в порядке. Все нормально. Что, не ждал такого? И этот рядышком ничего не видит. Олень. Блин, а мне их всех разгромить надо еще. Подожди. На. Ближе, ближе подходи. Вот так. И я тут вроде как ни при чем. Оп. Забрал. Так. Нам сюда, сюда. И отсюда уйди, и отсюда. Такой враг мне ни к чему. Быстренько сюда. Опа. Ты только что здесь был. Подожди. Ну-ка, давайте подойдите ближе. Сейчас, подожди, тебя прикроют. Вот так. А куда-то вы? Сражайся с нами, человек! Конечно, буду. Вот, уже сражаюсь. Не видно разве? Последнее предупреждение! Не суй нос в наши дела! Не буду. Они такие милые, когда спят. Да. Жаль, только они не всегда спят. Нормально? Не, не бузи, не бузи, тихо. Вот так где-то подождите. А, вон они. Там прыгают. Подожди. Поехали. Блин. Вообще не так. Так. Посмотрим, что у них тут за охрана. А, значит, в любом случае надо было выносить их. Я думал, обязательно. Такой же барьер, как в кинотеатре Джим. Да. Нужно опустошить генераторы. В тех бытовках.
которые заперты и обесточены. Нужен новый источник питания. Например, вон тот гигантский мобиль. Где кто, что? Ва! Ага, так сойдет. Так. Смотрим. Подожди. Ни хрена, так? Не достану. Почему? Так, это что за головоломка? Паутина проводит ток. Попробую соединить узлы с ним. Надо прицелиться. Потянули. Нет, так не совпадает. Подожди. А, надо их выставить еще, подожди. Так. Вот так, освободили. Подожди, что-то не то. Вот еще на один раз крутануть надо. Так. Вот так. Липкая и проводящая. И первый пошел. Есть один. Отлично. Так, стой, не-не-не-не. Да, должно сработать. И второй. Есть. Получается. Еще парочку. Почему парочка-то? А, ну да. Там 4 узла было. Хватит тебе так. Вот так. Есть. Хорошо, что я играл в портал. Первый портал, второй. Был еще один. Просто не верится, что все получается. Так, а где он? Подождите. Вот он. Получилось. Вот так забрал себя. Силу энергию ихнюю. Такие технологии, да людям на пользу, а вы, блин, сейчас все деньги. Зато не угробить весь мир, лишь бы заработать. А хрена вам деньги? Подожди. Да не так. Вот так. Это чего? Вина, ты здесь? Да здесь она. На.
А, вот сюда давай. Куда еще можно тут бежать? Фина! Слушай, давай со всем разберемся. Ты и я. Она наверняка у нашего проекта. Дальше в зале. Так. Игра с ракетами. Я выиграл или она? Так. Сейчас, наверное, уже не важно. Дальше по залу. Давай, пойдем дальше по залу. Почему такие здания вообще заброшены? Мол, у вас нет денег платить за аренду, покидайте ее, покинули, теперь там просто развалины и ни хрена никто ничего не строит. Просто разрушить, идем, чтобы... Капуша. Опять же, деньги. Хочу посмотреть на наш проект, пока мы еще молоды. Добро пожаловать в научный центр. Это кошмар просто. Инновации будущего, реалии настоящего. Ладно, я иду. Тесла, который хотел подарить бесплатное электричество всему миру. У меня завалили. В телефоне есть карта. Проект наш специально. Проект на временной выставке на верхнем этаже. И там многие так. Именами, как у настоящих ученых. Сегодня научный центр Аскорпа. Завтра, возможно, Нобелевская премия. Так. Особые экспонаты наверху. Вон лифт. Есть время сначала осмотреться. А нахрен мне осматриваться-то? Мне лифт нужен. У вас есть билеты на временную выставку? Оу, наш проект на выставке. Нам не нужны билеты. Нужны, и билетов уже нет. Не могу пропустить вас. Подожди, это все наш проект. Спасибо. И нас же не пускают. Нормальные герои всегда идут в обход. Не понимаю. Билетов нет. Ага, но видишь там дверь? За ней коридор, который ведет к лифту. Нельзя же просто вломиться. Но ведь надо! Завтра выставку разберут, и мы ничего не увидим. Ты бы хотел полететь? Ну, пойдем. Заперто. Я узнаю этот замок. Если на него посветишь, он откроется. В телефонах есть фонарики. Но их свет туда не достанет. Надо просто просунуть под дверь что-нибудь отражающее. Отражатель. Хорошо бы такое, чтобы включался и отключался. У луноходов и марсоходов есть такие отражатели. Ты смотри, умных слов нахватался. Вот здесь замок. Что? Нужно что-то зеркальное. Что-то зеркальное. Что? О, давай сыграем. Давай, просто дави на кнопку. Так надо... ты сдаешься? Побыстрее, надо будет ни давить. За что? А. Давай, ракета! Давай! Да! Очко для Фины! Ну, это не важно. Это не важно. Вот, кстати, что-то... Архитектурные инновации – ключ к выживанию людей на других планетах. Такое жилище зацени. Защитит людей. Ты хочешь дом на Марсе? Для этого мне нужны микрофоны, усилок, сэмплер. Тебе все это взять не разрешено. Где можно взять? Без этого на Марсе не будет хорошей музыки. Пройти за дверь, он нам не поможет. Ага, вот что-то типа нашего проекта, что-то с воспоминаниями. Сплав с памятью. Я могу изменить форму в музейном приложении. Нет, и повернуть. Ничего себе! Думаешь, это метаматерия? Похоже. Интересно, они применили фанонный спектр? Есть! Бери, только незаметно. Давай. Есть, пошли. О, извини, все нормально. А вот... Надо что-то зеркальное. И они вдвоем. Интерфейс внешних устройств взаимодействует с компьютером командного модуля. Что-то мы зеркальное. Мы можем сделать то же самое, но с нейроинтерфейсом.
Центральное питание не потянет. А что, если запитать всю сеть сразу? С нескольких точек входа? Думаешь, получится? Если будет много времени и кофе, уверен. Кофе я обеспечу. Молодец, Пит. Без тебя я не справился бы. Кажется, пора в лабораторию. Обеденный перерыв закончился. А, док, я жутко извиняюсь, но после обеда мне надо уйти. Экстренный случай. Опять? Питер, у тебя что-то серьезное? Может, дома? Мне ты можешь все рассказать. Все нормально, но... Извините, что опять сбегаю. Ничего страшного. Работа никуда не убежит. Спасибо, док. А. Может, очки у тебя взять? Вот. Это модель терраформирования населения Марса, нашего ближайшего соседа по Солнечной системе. Тут целая маленькая община на Марсе. Колония спроектирована использовать из еще воды. Так, он ушел? Классно. Но бесполезно. Мне за ней не проследовать, потому что это не относится к воспоминаниям. А. Вот. Что нам может, наверное, помочь, нет? Что нам еще надо? Государственные и частные космические корабли. Охренительный отражатель. Солнечную систему и галактику. Чтобы держать с ними связь. О, ты прикинь, какое у них качество звука. Космическое? Поищем дальше что-нибудь полезное. Блин. Ну-ка, давайте-ка вот. Как ты, ключевая фигура-то? Что тут можно найти? Так. Одну запчасть мы взяли. Ракеты. Этот планетоход Аскорб адаптированный модель исполнения может управляться как человеком изнутри, так и дистанционно. Ищет ископаемые, перевозит людей через токсичные пустоши, прямо всемогущие. Только представь, проехать на такой по Пятой авеню. Берегись, пешеходы. Ну-ка, может. Ну, подскажи их мне хоть, где что взять можно. Ты за мной ходишь по пятам? Так, костюмы. Гаджеты, задания. Задание. Мне надо поговорить с Финой, надеюсь, она все еще в научном центре Аскопа. Нет, это-то я понимаю, это я знаю. Только что я еще могу здесь взять? Ладно. Блин, ты тащишься как... Человек-паук, так ты прям не такой хрен остановишь. Ну-ка. Часики тикают. Тик-так. Да я знаю. Что-то я упускаю. Что? Тут что может быть? И что это? О, смотри! Солнечные зеркала с клейкой стороной. Самое то, чтобы обмануть световой замок. А, так вот тогда берем. Я цеплю наклейку на металл. Идем. Так, ну вот у меня. Так. Давай. Суй.
Действуй. Я посвечу. Скажи, когда наклейка будет направлена на сенсор, и я включу свет. Пока на нас никто не смотрит, надо спешить. Так. Так. Добро пожаловать в научный центр. Понятно. Не забудьте посетить нашу особую выставку «Путешествие через звезды». Пока она не закончена, билеты можно приобрести в главном зале. Вот так, наверное. Нет, не совсем. Ну, значит, надо просто повернуть. Как-то не так. Попробуем снова. Подожди. Понятно, не та модель. Вот какая-то хрень непонятная. Так. Вот, кстати, вот это может быть, да, это оно может быть. Сработало! Получилось! Идем! Наш проект ждет. Пойдем. Наш проект действительно ждет. Теперь смотрите, тут скафандры какие-то это стоят. Это было шикарно. Водолазный, что мне ли? Будет не хватать наших приключений. Такое окошечко, такое окно. Здравствуйте. Более совершенно ты со следующей недели учишься Visions, а я нет. Я никуда не денусь с этой планеты. Будем тусить вместе. Ты будешь занят. Не настолько занят. Я найду для нас время. Серьезно? Ладно. Вот я ошибся. Я сейчас разрыдаюсь. Ну все, погнали наверх. Привет, пап. Привет, Майлз. Привет, мистер Дэвис. Привет от Фины. Веселитесь, ребята. Не забудьте сфотографировать свой проект. А, да подумаешь. Вот так. Еще как подумаешь. Ладно, ладно, давай сфоткаемся. Люблю тебя, пока. Так, смотрите, я, кстати, не живу, да? Мы на месте. Наш проект в конце. Думаешь, наш конвертер уже подключен? А иначе какой смысл? Только надо биомассу подавать. Может, к мусорке подключить? Наш проект. Ну? Вы только поглядите. Это же ученые, отмеченные наградами. Да, это мы. Нам сказали, что мы на особой экспозиции. Билеты нужны. А ты как прошел? Я купил билет. А как вы прошли? Это не важно. Станьте поближе, сделаю фотку. Да, ты сам-то не хочешь? Кадр. Ты же нам помогал с проектом. Да, да, ладно, ладно, подвинься. Вот так. Скажи о Лели. Ну нет, не скажу. И это фото вы уже видели. Ой, сама же разрушить здесь все сейчас. Фина, ты должна знать, я не желаю тебя слушать. Ну, блин, опять эти уроды. Я должен сказать ей, что случится с реактором. Да. Блин, подожди-ка. Таких коротышек в герои не беру. Ты один с тобой не справится. Блин, а я хотел взрыв сделать. Почему взрыва не было? Три жачку. Два вроде.
Ну ладно. Я должен сказать ей, что случится с реактором. Так, ну-ка, давайте-ка, помогите мне. Да. И на. Прилепили. Ой-ой-ой. Подожди. Чем ты в меня кинул, что ли, чем-то? Держите его внизу. Как-то ты еще угадал, куда я пойду. Давай. Помогите мне, освободиться. Давай. Я тебя в два счета порву. Давай. 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 На. Не давай ему подняться! Подожди. Я сниму с тебя эту маску, парень. Ой, у тебя это не получится, поверь мне. Многие пытались. Вот и все. Ну, ой-ой-ой. Мой любимый музей! А чего вы вниз-то попадали? На! На! На. Подожди. Ах ты, падла. На. Вот тебе сюрприз. На. Получай. Получи я. Подожди. Мы пришли под боль. А еще я видел танк Роксона. Все выезды из Гарлема перекрыты. Ты где? Рядом с твоей квартирой. Мы ищем убежище. Идите в магазин Тео. Я скоро буду там. Мы постараемся спрятать людей, пока можем. Закончи с ними, прежде чем вернусь в Гарлем. Подожди. Твое! На! По украням, так держать! Подождите. И на! Получай. Как вы можете запустить мне прыгать? Шустрее думай! Получай. Получай. Да. Получи. Нет.
Это твое? Так. Кто-то по мне гасит все время. Боже! Да. Подожди. Я тебя в два счета порву. На. И... Вот тебе сюрприз. Приклеился. Кто остался? Всех нас тебе не победить. Ау. Люди. На блюде. А кто-то еще остался, что ли? Паук, выходи! Мы знаем, что ты делаешь! Кто-то свалит! Да, лови! Да! Вот так. Марья, не остановись! Подожди. А, вот именно, что не надо в меня целиться-то. Это основа основ. Никогда не целься в человека-паука. Особенно, если я за него играю. Нужно срочно добраться до Гарлема, пока Фина не разрушила реактор. Ну а чё ты не цепляешься? Сканки, ответь. Как идет эвакуация? Плохо. Кругом Роксон и подполье. Как на войне. Вы в безопасности? Как мама? Мы не добра... Коллекция. Ну и ладно. Недоступно. Нас дюжины, но... Связь пропадает! Ты где? Сканки! Если ты меня слышишь, я уже иду! Держись там! Пожалуйста! Так. Давай. И... Оп. Еще маленечко. Ни разу не видел такой бури. Блин. Ну, вроде это 1400, там их быстро преодолели. Могли бы меня и на метро довести. Не переломились бы. Ганки, слышишь меня? Ганки! Держитесь. Ганке, ганке. Я иду. Я попала! Подождите! Получай! Скоро вам конец! Надеюсь, Кейли в порядке. Мы тебя поймаем! Отдай! На!
Куда ты? Здесь подполье! Открыть огонь! На! А, тут нет какого-то. Так, ладно. Варт, прибыла подмога! Работаем! Да. Они все прибывают! Надо зачистить парк, иначе их не оттеснить. Отойди. Прилипни. Ой. Приказано ликвидировать подполье. Откуда ничего не видно? Что за фигня? Так. Да. И получай. Получай. Отдай. Ладно, Пуэрто и барбершоп целый. Надо срочно прекратить здесь бои. Камила! Получай. Вы живы? Да, мы с Клой. Парень, тут все плохо. Натуральный кризис. До этого не дойдет. Я не допущу. Будьте там, да. Пока я не зачищу улицы. Назад! Получай. На. Так, вот, блин. И... на. Получай. У него там какие-то шокеры! Блин, прилипни. Я его нейтрализую. Так. Чужой сектор! Человек-паук! Чёртова паутина! Атакуй паука! Да. Соберитесь, мы справимся! Подождите. Справятся они. Подожди, сейчас я таких людей вам понавешу. И на. Он ранен, добейте. Получай. Не пускайте его в голову. Я вам добью. Парней на крышах все больше. Везде идут бои. Получай. Блин. Подполье, не останови! Отдай! Я нужна помощь убить! Кто-нибудь сюда! Получай! Спокойно. И вот так. Я
спине он, черт подери! Давай! Подожди. На. Прилепил. Да крыша там вроде должна быть очищена, а чего она желтая-то все еще? Глория. Ну, ты вроде тоже. Пока все, да? А, вон еще. Ну, мне туда и надо. Это же наш дом. Только пожара не хватало. В фурге плохо видно. Надо идти на звук выстрела. Отдай. Я иду на восток. Ты где? Прячемся в магазине Тео. Ой, Филип, очень плохо. Иди. Да. Они в магазине Тео. Это рядом. Но сперва надо разобраться с Роксоном и подпольем. Зачистить улицу. Так. Не пускайте его в воздух! Воздух! И... Получаешь. Так, здесь вроде порядок. Окейушки. На. Отдай. Прилип. Еще подходит. И еще отсюда. Подожди. А, что, все, что ли? Готов стрелять! Отдай, готов он стрелять. Я тебе стреляю, я тебе постреляю. Так. Сейчас, минутку. Конец тебе! Какие-то сам напросился! Получай! На! Ненавижу голограммы! Получай. Блин. Закон здесь это мы. Блин, мимо. Под поле расстреливать на месте. Так. Подождите. Магазин Тео там. И... Да.
На! Кажется, здесь самый центр боя. Надо остановить их здесь. Бей его на землю! Подожди. Так. Куда они взялись? И стой, не стал бог! И получай! На! И получай! Блин! Что, я не успел? На! Получай! Стреляю! Подожди, стрелять-то! Блин! Укрытие! Подожди, не вижу ни хрена! Так. Больно! Блин. Стреляйте при первой возможности. И... Да не туда. Блин, вот этого бить-то надо. Увидите движение, стреляйте. Это я понять не могу. Кого тут должен наделать-то? Понять не могу, куда. Надо быть осторожней. Так. Что, больно? Опа. И ушел. Да кто там? А, вон оно что, Михалыч. Где ты? Как можно целиться в невидимку? На. Вот так. Фух, блин. Сложно, Ганки. Было сложно. Ганки, ну где ты? Выбраться сможете? Кто там? Кто это там? Я это там. Эй, эй. Слушайте, нужно выбираться отсюда. Я не смогу вынести вас всех. Что за... Она уже начала... Человека-паука. Уходи отсюда, малец! Что, решил исправиться? У тебя есть дела поважнее. Он прав. Иди. Мы выведем людей. Я вернусь. Я знаю. Так, народ! Стучитесь ко всем! Все должны пойти с нами! Нет! Ты не понимаешь,
что делаешь? Они заслужили наказание! Так же, как полгорода. Нет, я про реактор. Кригер поменял настройки. Ты уничтожишь не только Роксон Плазу, ты испаришь весь Гарлем. Я не дам тебе снова меня обмануть! Так, мне люлей навешивают. Это неправильно. Ты опоздал. Ну я-то ладно, я-то мутированный. Ну ты-то как с дыхалками с такими? Где ты дыхание взяла такое? Чтобы двигаться так. Все равно это выматывать тебя должно. Ты же должна устать, запыхаться. Я не дам тебе это сделать. Ты не остановишь меня. Я остановлю тебя. Ты не видишь, что делает реактор? Разрушает Плазу! Уничтожает памятник Кригеру! Если Плаза рухнет, всему Гарлему конец! Кто это сказал? Кригер? Я все просчитала! Ошибаешься. Вечно убегать не будешь, Майлз! Уклоняйся, хотя не поможет! Так, понял. Почему ты мне не веришь? Кригер не мог переделать реактор! Мозгов бы не хватило! Хватило! Надо все остановить! Подожди. Для моей подруги Фины безопасность людей всегда была важнее мести. Это одно и то же! Слушай, Фина, я говорю тебе правду! На тебя не похоже! Я зря собрал тебя, чтобы вступить в подполье. Если бы я мог все вернуть... Не можешь! Да подожди ты, не могу. Вау! Прекрати, Майлз! Хватит! Нет, сначала ты! Воу-воу-воу-воу-воу! Ни хрена себе! Блин, я даже... Подожди. Надолго ты ее не задержит. Я знаю. Мне надо накопить энергию. Медленно, Майлз! Чем больше оружия ты построишь, тем больше я уничтожу! Майлз, ты что думаешь, я сдамся? Так, спокойно, спокойно. Спускайся вниз! Ты как близко в Бэтмене, да? Одним ударом. Тебя уже. На. Драться? Я не хочу. Поговорим. Господи. После отключения ряд. После. Финн, смотри, реактор уже на пределе. Еще немного, и его не остановить. Нет, я больше не стану убегать. Опять? Тебе все мало. Что ты за баба дурная?
тобой, Фина! Мы знаем все про Лукорда, мы можем закрыть, Роксон! Не получится! Всем плевать! Да. Да. Ты это чувствуешь? Нужно остановить реактор! Ты меня этим не достанешь! Да. Пожалуйста, просто уходи! Прошу! Я не хочу этого делать! Я не уйду, Фина! С какими-то ударами я мог вообще тебе шею сломать. Блин. Сверху не нападешь. Стой на месте. Да сейчас. Что, за ней паровоза, что ли? Да. Я не хочу этого делать, Пина. Не делай. Уйди. Уйди! Мы за... Из багу монстра-то сделали. Бред. И вот бегаешь так вот. С первого-то... Гораздо лучше было, кто там... Профессор Таутис был. Во все это. Ладно. Еще разок. Бабу у монстра будем. Баба конь. Ты был единственным, кто был мне нужен. Я с тобой, Пина. Мы знаем все, в эту пор мы можем закрыть, Роксон. Не получится. Всем плевать. Ой. Да подожди ты. Это не правда! Роксон, да, ошиблись! Блин. Это станет правдой! Из-за Кригера! Стой на месте! Ты-то как, не обладая инстинктами, так? Ты чувствуешь? Нужно остановить реактор! Да. Прекрати, Майлз! Хватит! Нет, сначала ты! Иди. И ты тоже станешь ничем, Человек-паук! Тебя используют и выбросят! Да сейчас! Я в это не верю! Мы можем все исправить! Я и пытаюсь! На! Переубедить себя я не могу, но должен остановить реактор! Я этого не хотел! Да блин! Ты этого не хотел, а что ты меня тогда долбишь-то? Отскок! Ты был единственным, кто был мне нужен! Да. Я с тобой, Пина! Мы знаем все про Нупор, мы можем закрыть, Роксон! Да. Не получится! Всем плевать! Еще не вымотался? Да почему я-то вымотался? Почему Роксон выбрал Тарлин? Мы ничто! Это неправда! Роксон ошиблись! Это станет правдой! Из-за Кригера! Попался! И ты тоже станешь ничем, Человек-паук! Тебя используют и выбросят! Я в это не верю! Мы можем все исправить! Я и пытаюсь! Да. Переубедить тебя я не могу! Получай! Но должен остановить реактор! Но я обязан помешать Роксону вредить людям! И... Оглянись! Людям уже плохо! Я в эти игры не играю, Майя! Ай-яй-яй! Вот ты где! Вот ты где! А я вроде и не прятался! Ты это чувствуешь? Нужно остановить это! Получай! Давай! Я тебе даже игрушки не покажу твои. Это говно, не Человек-паук.
Или баба настолько крутая? Ну это вряд ли. Она мозговитая, да, ну как? О, королевская битва. Обожаю. Я только хотел сказать вам одну вещь, чтобы вы не волновались. Нам плевать, если здание взорвется. Даже если весь Гарлем взорвется. Вы что, не понимаете, что у нас все застраховано? К тому же мы станем жертвой террористической атаки. Какая там скоро будет Роксон-Сити. Чего вам нет? Да блин, почему меня-то ловят только одного? Нет, я остановлю его! Но не так! Так. Это я не понял. Уклоняйся, хотя не поможет! Я знаю, что ты боишься! Получай! Да. Но вы против всего! Не смей о нем говорить! Почему а ты это? Такой быстрый? А какой я должен быть? Хочешь правду? Вот она! Рик расстроился, узнав, что ты стала умельцем. Заткнись! Давай! Рик был дорог и тебе! Почему ты защищаешь его убийцу? Не защищаю, но я не дам тебе пожертвовать Гарлемом ради мести! Я и не собираюсь! Но Дэдвы, сама не понимаю! Тебе нечего тут делать! Блин, как это ерунда! Что у тебя тут? Хочешь упасть? Нет. Ну так. О, королевская так. Битва. Обожаю. Я только хотел сказать вам одну вещь. Чтобы вы не волновались. Блин. Нам плевать, если здание взорвется. Даже если весь Гарлем взорвется. Вы что, не понимаете, что нас все застраховано? К тому же мы станем жертвой террористической атаки. Какая там жертва. Скоро будет Роксон-Сити. Да, блин, это как тебе так-то? Тебе нечего тут делать. Так, уберите подушки, пока не психолог. Вот здесь зачем ты их ставишь? А? О, королевская битва. Так. Обожаю. Я только хотел сказать вам одну. Блин, ни хрена. Чтобы вы не волновались. Нам плевать, если здание взорвется. Даже если весь Гарлем взорвется. Зря ты влез во все это. Это как вообще понимать-то? Раньше же вроде по-другому было. О, королевская битва. Обожаю. Я только хотел сказать вам одну вещь. Чтобы вы не волновались. Нам плевать, если здание взорвется. Блин. Даже если весь Гарлем взорвется. Вы что, не понимаете, что у нас все плохо? К тому же мы станем жертвой террористической атаки. Какая это процедура? Скоро будет Роксон-Сити. Всего вам. Давай. Блин, нет, нет. Но не так. Да. Я знаю, что ты пообещал Рику, но он был бы против всего. Не смей о нем говорить! Да как так-то? Хочешь правду? Вот она! Рик бы расстроился, узнав, что ты стала умельцем! Да. Заткнись! Надо! Рик был дорог и тебе! Почему ты защищаешь его убийцу? Тихо. Я защищаю, но я не дам себе пожертвовать Гарлемом ради мести! Я и не собираюсь! Но жертвы, сама не понимая! Да уйдите, блин, вот ты вот мне сейчас вовремя, ты прям... Слушай, Пинах, я говорю тебе правду! На тебя не похоже! Давай! Я зря собрал тебя, чтобы вступить в подполье! Не можешь! Зря ты влез во все это! Да блин! Как тебя долбить-то? Я даже не понимаю. О, королевская так. Битва. Обожаю. Я только хотел сказать вам одну вещь, чтобы вы не волновались. Нам плевать, если здание взорвется. Даже так, если весь Гарлем взорвется. Вы что, не понимаете, что у нас все прохлопано? К тому же мы станем жертвой террористической атаки. Какая-то проблема. Скоро будет Роксон-Сити. Подождите.
Я остановлю его! Но не так! Я знаю, что ты пообещал Рику, но он был бы против всего! Не смей его говорить! Получай! Стой на месте! Подожди. Хочешь правду? Вот она! Рик бы расстроился, узнав, что ты стал умельцем! Заткнись! Да подожди ты! Рик был дорог и тебе! Почему ты защищаешь его убийцу? Не защищаю, но я не дам тебе пожертвовать Гарлемом ради мести! Я и не собираюсь! Но жертвую, да, сама не понимая! Вот так вроде. Я тебя не вижу, зато турели видят! Зато турели видят? А, так это тут все твое! Слушай, Фина, я говорю тебе правду! На! Подожди. У тебя была возможность уйти! Не заставляй убивать тебя! Ты проиграл! Почему ты борешься? Потому что ты дура! Потому что... Я... Человек-паук! Я опять заново. Хорошо смерти! Ладно! Вау! Подожди. Я завершу начатое. Вот что за бред? Ты просто человек. Ты даже никакой не мутант, в отличие от меня. Почему ты... Хорошо смерти. Ладно. Фина, я понимаю твое горе. Оно убивает тебя. Так. Откуда тебе-то знать? Поверь, я знаю. Но горевать всю жизнь нельзя. Да. Ты это чувствуешь? Блин. Зря ты влез во все это. Что за бред? А тебя даже не вижу. Вот честно сказать, я тебя не вижу. Где ты там бегаешь с такой скоростью? Невозможно. Реальный человек даже не отследил бы тебя. Не то, что мутант, у которого ты замедляешься, как... Подожди, я понять не могу. Горе, ну давай еще одну. Откуда тебе-то знать? Поверь, я знаю, что горевать всю жизнь нельзя. Надо уклониться. Ты это чувствуешь? Тебе нечего тут делать. Короче, херня этот босс какой-то. Эти, кто игру придумал, уже просто загнался. Загнался реально. Я даже не буду стараться. Колеса смерти! Ладно! Фина! Я понимаю твое горе! Оно убивает Давай. Тебя! Откуда тебе-то знать? Поверь, я знаю! Убивать всю жизнь нельзя! Уклоняйся! Хотя не поможет! Пожалуйста, просто дай уходи! Дай мне остановить нарушение и пойдем домой! Я не домой. Хочу этого делать! Я не уйду, Фина! Помоги мне остановить это! Или убей меня! Выбирай, да так! Стой на месте! Да. Я твоя семья! Я мама и Ганки! Я думала... Хотела... Не останавливаться! Нельзя стоять на месте! Они такие быстрые! Мы не закончили! Блин. Слушай, Фина, я говорю тебе правду! На тебя не похоже! Я зря собрался вступить в подполье! Вот так! Вот ты где! Подожди! Все кончено, Майлз! Да, точно! Получай! Надоело слушать! Ты не начинала!
Вау. На. Неплохо. Блин, ты меня опять схватила за ногу. Ты мне не преграда. Тогда убей меня. Как она это сейчас и делает? Бум. Че, вырубил ее панцирь наконец? Давай, смотри на свое разрушение, как ты убиваешь людей. Не только здания, а квартал, наверное. Так не должно было быть. Я остановлю это. Ага. Да пусть подыхает, господи. Вау, ради кого ты все это стараешься? Прости меня. Все в порядке. Бумк. Ну, сказка. Давай. Мне надо встать и идти. Давай, давай. Времени. Ой, с такими-то шагами я буду долго идти. Мало. Нам мало. Осталась одна только ярость. Сильнее смутайте ряды. Чуть-чуть. Давай. Надо. Надо. Поспешить. Вот так вот под песню Артиды Бородинская битва, если не ошибаюсь, песня. Ну, вот так вот. Просто я сижу, у меня в одном ухе игра, в другом ухе у меня мелодия. Это сейчас у меня так, потому что так в основном я сам пою, чтобы музыка мне не мешала, не отвлекала. Пою и напеваю их сам. Сусам. Давай. Ну давай. Еще немного. Еще чуть-чуть. Так. И давай, 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 давай. Еще разок. Пробуй. Нет, Фина, не смотри. Майлз. Я в шарфике в этом. Костюм так и не поменял. И мне его не поменял. Не поменяли. Сломаешь так, сломаешь. Давайте еще разок. Давай, 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 давай. Вот. Аж сам распылюсь. Давайте, подобная фигня у Флэша была. Мне кажется, разработчики именно на этом и акцентрировались. На этом электричестве. Уведи их подальше. Я так долго не продержусь. А ему освобождать энергию надо. Так, прыжок, да? Опа, 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 опа. Да ты даже и бежать-то так не можешь, по идее.
потому что ноги мышцы. Не могу. Все хорошо. Не могу. Просто отпусти. Так, надо. Ну ты же подохнешь. Тебя же расхреначат. Это энергия. Давай. Как ты говорил, как будто просрался. Какое ощущение? Все узнали, кто он. Все остались. Целы. Вы целы. Все целы. Фина. Ее разорвало там. Можешь даже не смотреть. Она хотела мести, она получила ее. Надеюсь, меня мало кто видел. Вот она орала, правда, Майлз, Майлз, Майлз. Вот уж понятно. Гадалки не ходи, идиотизм полный. Кто такой Майлз? Такой юный. Эй, парень, беги. Мы ими займемся. Что? Что там? Вы видели лицо? Молодец. Человек. Спасибо. Кто он такой? Этот парень? Это человек. Он наш Человек-паук. Наш, правильно, чернокожий. Ни на что не похожий. Он какой-то парень, просто темнокожий. Не, ну реально, с боссом они, да, переборщили. С этой реакцией ни хрена не видно. Но я разобрался, как она действует. Да, ну это ж просто монтаж. Выигрывает. Слышите меня? Ага. Вы хоть знаете, кто я такой? Монтаж. Вам конец всем! Да, я вас... да, мы знаем. Я вас закопаю! Слышите? Все так, друзья. Саймон Кригер в тюрьме. Айрон Дэвис, он же бродяга, сдал его и Роксон. Удачи тебе, парень. Дэвиса посадят, но может не на весь срок. Думаю, из этой ситуации мы все вынесем важный урок. Вместе мы сильнее. И здорово, если у тебя по соседству живет Человек-паук. Классно выглядишь, Хейли. Прости, как мило. Но она-то видела мое лицо, она же маску подавала-то. Да и эти многие тоже видели. Вот так, вот так. Увидимся. Любимчик. Ну, конечно. Молодец. Скоро увидимся. Пока. Привет, как сам? О, как... Порядок, бро, все норм. Итак, как... Еще увидимся. Победить главного босса полегче, я вам расскажу только в конце этого видео. Блин, ну какой же у тебя костюм? Просто шик. Да, я такой. Ага, да. Ну? Пит, нам когда-нибудь станет проще? Что-то, да. А что-то проще уже не будет. Для Роксона мы все были лишь расходным материалом. Я? Рик, Фина. Весь Гарлем. Думаю, наша задача не оставлять подобное безнаказанным. Включим это в клятву паука. Да ладно, не грусти. Поставь любимую Начнем? Пластинку. Погнали.
Вдвоем там, и тем более люлей навешаем ему. Водили особенно. За то, что убегал. Ну, надеюсь, после титров у меня тут не будет никакой сцены, как в Стражах Галактики. И вот, кто дослушал, я теперь расскажу, как этого босса гасить. Не надо на него сразу нападать. Нет. Сразу на уклонение идите. Уклонение, уклонение. F и удар. F и удар. Потому что только так. Вот, и, кстати, еще F и биошок, чтобы он это биопрыжок вот этот сделал. И он на дальней дистанции достанет. Главное попасть. Да там достанет на дальнюю дистанцию, поверьте, он далеко прыгает. Вот. Так что самое главное алгоритм рассчитать. F и удар. Ну что ж, на этом все. Игра была замечательная. Конечно, с последним боссом они перемутили тут. Вот. Но, тем не менее, игра была хорошая. Собиралки. Так и оставлю некоторые. Играйте. Подписывайтесь на мой канал. Ну, мы будем уже проходить другую игру. Пока!